Rare item detected. Все. Я тут сдох. Опс. Ну хорошо, хорошо. Макс. Собираем, чтобы не упадало. Ух ты. Еще одна элита. Еще жив. Чего тут еще не в тему. Ну, давайте заканчивать. Все. Ваша песенка спета, или как-то? Мне даже не жаль тебя. Вот так вот, пацаны. Так, надо свалить на базу немного. Опять посливать награбленное. Я столько тренировалась, но теперь, глядя на то, что происходит, понимаю, надо было тренироваться усерднее. Пока ничего не видим достойного внимания. Шлем, давайте, хороший шлем. Да? И, не. Так, у заклинательницы мили уже есть. Шлем он и там, шлем он и сейчас закрою. Так, ну все, друзья, теперь мне уже пора. Ну, сейчас, секундочку, можно еще 5 минут буквально я завершу стрим. Коля, можешь? Будем уходить уже. А, ко мне пришли мои помощники. Опс, я случайно продал за помощников. Главный варварянец. Варварнятка. Пришел просто мой сын помогать мне фармить. Вот, ему пока что всего-навсего 7 месяцев. Но он уже стремится повышать свой скилл. Так, так, так. Видимо, до Змодана не дадут добежать сегодня. Ну, ничего страшного. Видите, ребят, что все получается, все хорошо. Короче, все у меня получается, у меня все хорошо. Как у вас, не знаю. Попробуем, побежали, побежали, давайте. Быстрее, быстрее. Смотри, бежим. Не знала, что такие создания вообще существуют. Так. Такс, такс. Надо ж на ноль закончить. Уходим. На ноль смертей, в смысле. Все.
Rare item detected. Все там отдались. Detected. Нужно еще время. Мозмодан где-то уже близко. Упс. Пошли опять. Нехорошие пацаны. Без моей помощи, тыкс. Подобрали все, подобрали, побежали дальше. Беги, парнишка. Вот да, он тут куда-то вниз. Сундуки уже не открываем, но пофиг. Интересная разница была, конечно. Ух ты. Еще время. Допинали, так. Побежали, ребята, времени мало. Ступеньку, то просто умру. Бу-бу-бу-бу-бу. Да, силы, девчонки. Так, ну это, по-моему, будет еще не то место, будет Сидея, да? Потом уже Азмодан. Если не ошибаюсь. Да. Будешь продолжать.
продолжать в том же духе, я рассержусь. Ты будешь... Сейчас. Я не склоняюсь пред... Да, вот есть такое дело. Бежим дальше. Минутку, показалось, что микрофон не был включен. Включен микрофон, хорошо. Так, и тут уже совсем скоро будет Асмодан. Отсюда Асмодан управляет своей армией. Недолго осталось ему сеять хаос и ужас. Да, вот стрелочка уже видна. Разведем направление движения. Ну, тут еще будет пара элитбаков. И все, тут уже огромный Голтор. Голгор. Это так. Начинается тревожная музыка. Что-то элиты нет по всем. С этой расправились с девчонкой. Идем к следующей. Я больше не унесу. Полный сундук. Это плохо, Текс. На базу сливаем. Неплохой кинжальчик, хотя мало урона, но статы неплохие, можно ставим кинжальчик этот. Все, отдаем торговцу. Сундуки, у нас мало времени, бежим прямо к Асмодану. Вот между, где это прямо. Вот тут элита у нас. Книжку я спрошу, видел, кому люди, кому из вас людей не добро.
Так, ну мы походу в правильном направлении движемся, да. Вот он, сердце греха. И вот он, дядька Асмодан. Все-таки мы до него добежали. Без единой смерти, я напоминаю. Прошли без единого кила. Надеюсь, так и завершим сейчас наше шествие. Legendary item detected. Legendary item, нет. Твоя наглость меня утомляет. Ну что ж, за весь пробег по третьему акту, который мы сейчас уже успешно с вами завершили, не произошло ни одной смерти с нашей стороны, имеется в виду. Не найдено ни одной легендарной вещи, к сожалению. Все, что было найдено из редких, увидели. Тоже на продажу также немного. Вот, посмотрим сейчас на остаток, что выпало из Асмодана. Лабалеты. Кистевые какие-то. Слабенькие. Ну, вот это можно попробовать. Смотрим, что он стоит на аукционе. Кистевое оружие. Так, кинжал слабенький. Так, так, так. Ну, в общем, все отдаем вендору. Вот, друзья, спасибо, что смотрели. Напоминаю, сегодня, что стрим был впервые транслирован на портале haradric.ru. Мы будем продолжать вести трансляции на этот канал, чтобы делиться с вами новостями, новыми знаниями по игре в Diablo. До новых встреч, друзья. Пока.